комикс ФНАФ не такой, как все. Да, времени мало. Это мое время. Оставьте меня в покое. До следующего раза, когда Фокси отплывет за 7 морей. Через несколько минут после того, как показался Фокси. Добро пожаловать в банду Фазбера, дети! Готовы ли вы встретить Фредди? Да! Иногда я думаю, что у них команда гораздо лучше, чем у меня. Но есть одно но. Я хочу спросить, почему я так сильно отличаюсь? Это потому, что пиратам не разрешено участвовать в бандах? Это потому, что я не могу петь? Или это потому, что я не такой, как все? Да, эти дети были так голодны! Я рада, что это время почти закончилось. Бонни и Чика, вы нужны мне здесь, ребята! А? Я только что подумал о новом стратегическом плане. На этот раз мы не будем заблокированы дверями охранника. И что ты думаешь? План прост. И он сможет смутить охранника, чтобы выиграть нам какое-то время. Бонни, в час ночи ты начнешь продвижение через восточный коридор. Чика, ты тоже поступишь так же, хотя и помедленнее. И что касается меня, то я также войду в западную часть коридора, когда охранник приступит к своим обязанностям. Это довольно легкая задача. Я ясно изъяснился? О, замечательно. Я забыл о Фокси. Но мне интересно, что он задумал? Эу, Фази! Каков план для Фокси на сегодняшний вечер? Боюсь, что тебе ничего не нужно делать. А? Ты ничего не сможешь сделать сегодня. Сейчас я не могу изменить планы. К тому же, даже если бы я это сделал, Фокси испортил бы их. Фокси! Прекрати бегать, или охранник услышит тебя! Я хочу, чтобы ты сидел в своей бухте, пока наш план не осуществится. В эти часы? Фокси не может этого сделать. Что ты этим хочешь сказать, Фази? Разве ты не получил мой приказ? Ответь на мой вопрос, да или нет? Как ты смеешь говорить со мной, как с пацаном? Ладно, Фази, я понял. Рад это слышать. Хорошо, банда, позвольте мне показать вам расширенную версию плана. Ты кажешься немного грустным. Тебя что-то расстроило? Нет. Давай, Фокси, если бы ты рассказал мне, я могла бы решить твою проблему. Хватит, это невозможно. Знаешь, всякий раз, когда я слышу этот странный тон в твоем голосе, я знаю, тебе что-то мешает. Скажи мне, что не так? Ничего такого, что ты должна знать. Поторопись, Чика! Ты нужна нам здесь! Не заставляй нас ждать! Увидимся позже, Фокси! Продолжай работать пиратом! О, и помни, истинный пират никогда не сдается! Истинный пират? Тем временем... Я покажу Фазе, кто здесь босс. Что я могу использовать? Шляпы для вечеринок и красный воздушный шар. Было не так сложно выяснить, что использовать. Ха-ха! Это лучший способ обмануть его. Эй, привет, пират! Я не видел тебя здесь раньше. Что делает одинокая душа в этой темной комнате? Пытаешься спрятаться в таком месте? Здесь прячется только аниматроник типа Бонни, когда он ловит ночного охранника. Скажи, как там моя жалкая копия? Фредди, это ты? Что ты делаешь? Голди? Могу ли я тебе помочь? Понимаешь, Голди, Фокси не нуждается в советах от тебе подобных. Фокси? Что ты делаешь в шкафу? С кем ты разговаривал? Ничего такого, чего бы ты боялся. Я просто разговаривал сам с собой. Просто бесцельный чувак вроде меня бродит вокруг. Вот и все, Фази. Охранник должен быть здесь с минуты на минуту. Я не хочу, чтобы ты здесь оставался. Так что возвращайся в свою бухту. И как я уже говорил, я хочу быть уверен, что ты не бродишь по пиццерии. Да-да, капитан. Ладно, увидимся завтра вечером. Надеюсь, что ты ничего не усложнишь, Фокси. Боюсь, что этого не произойдет, Фази. Восточный коридор.
12 по полуночи. Что ж, теперь моя очередь дежурить и задаться вопросом, чего ждать от этих аниматроников сегодня. Там Бонни и курица. Ну где медведь? Я не слышал, чтобы босс говорил о каких-то новых аниматронных перестановках. Сцена. Час ночи. Вперед, Чика! Красный воздушный шарик и шляпа для вечеринок как нельзя лучше прикроют Фокси. Фази останется в дураках. Он не может указывать Фокси, что ему делать. Пираты никогда не сидят на месте. Восточный коридор. Столовая. Это первый раз, когда я вижу движение аниматроников в этот час. Пробегу по западному коридору. Фази не должен меня увидеть. Капитан? Слишком поздно останавливаться. Приятные ребята, но в следующий раз вам нужно быть более спокойными. Фази? Что он делает в западном коридоре? Прости меня, Фази. Я просто... Приказ был в том, чтобы ты не покидал бухту до утра. Это так просто. Но ты, кажется, ничего не понимаешь. В первую очередь, они никогда не должны были создавать такого глупого аниматроника. Ты и твои тупые выходки должны остаться в твоей бухте. К счастью, мы добились успеха. Фредди, просто дай Фокси еще шанс. По крайней мере, он отвлек охранника, чтобы Бой не мог добраться до него. Чика, это не имеет никакого отношения к тебе. Сейчас нам нужно найти способ, чтобы избавиться от этого тела. В кладовке есть всякие костюмы. Они немного жуткие, но мы могли бы использовать их. Великолепно! Следующим утром. Привет, приятель! Я механик. Мне нужно провести техобслуживание этих роботов. Шеф ждал вашего приезда сегодня. Хорошо, три аниматроника на сцене. О, и еще один за фиолетовыми занавесками. Спасибо! Ты даже не можешь играть на гитаре! У тебя крюк! Ты просто странный! Ты не один из нас! Уходи! О боже! Кажется, с кем-то не считается. Голди? Кажется, кто-то заботится о том, чтобы его заметили. Знаешь, я не всегда был таким. Сцена когда-то была и моим домом. И, вероятно, я был первым, кто шел по ней. Просто вспоминаю те хорошие времена с конфетти. И как я держал тот микрофон. Было здорово быть главным героем. Всегда стоять и слышать веселые звуки детей. Несколько лет спустя. Да, мы собираемся убрать золотого медведя и заменить его бурым. Кроме того, медведь стал слишком старым. Да, пожалуйста, замените его до конца этой недели. После этого меня отправили в кладовку. Единственное развлечение, которое у меня было, это глазеть на нового аниматроника, который делал мою работу. Я был разочарован. Но разве не было бы обидно, если бы я забрал роль Фредди? Если они действительно думают, что ты не такой, как они, ты всегда можешь попробовать что-то еще. И что это будет? Убийство! Я не могу этого сделать. Голди? Эй, приятель! Я не сделаю тебе больно! Я только проверю твою систему! Никаких порезов и разрывов. Уши хорошо выглядят. Небольшая вмятина на щеке, но с ней все в порядке. Все аниматроники находятся в отличном состоянии. Но эй, почему этот сам по себе? Разве он не должен быть на сцене с другими? У него есть крюк и повязка на глаз. Я думаю, он просто не такой, как все. Не такой, как все? А? О,
Полегче с этим, парень. Что я наделал? Это работа злости. Просто поместите этот знак рядом со сценой. Никто больше не увидит этого аниматроника снова. Ты совершил ужасную ошибку. Фредди! Они поставили знак перед сценой Фокси! Ничего не говори мне, Чика. Этот глупый лис по-любому заслужил это. Однажды он бросил мне вызов. Конечно, он снова столкнется с новыми проблемами. Когда я посмотрел на Фокси перед нашим планом, я понял, что он не годится для этого. Я никогда не поверю, что из него что-нибудь получится. Пришло время для твоего рутинного занятия. Снова раздавать торт для детей. Они все ждут тебя. Ночью. Сегодня ты будешь дежурить в последней смене, поэтому просто убедись, что все аниматроники находятся на своих местах. Говоря о сменах, где последний охранник? Кажется, его зовут Майк или что-то в этом роде. Да я не знаю. Он был странным парнем. Неудивительно, почему он не забрал свой дурацкий телефон. Поскольку аниматроник в бухте сейчас вышел из строя, шеф решил перевести его на новое место. На новое место? Он сказал, что доход падает, счета растут, и мы не можем позволить себе ремонтировать этого аниматроника. Мы просто не можем иметь 3 певцов, чтобы делать эту работу. Нужно что-нибудь предпринять, ты же знаешь. Кажется, создалась напряженная ситуация, если ты спрашиваешь меня, да? Ну и последний вопрос перед отъездом. Что случилось с вашим любимым аниматроником? Даже не знаю. Но парни сказали, что он, вероятно, неисправен и убил одного из механиков. У него кровь на всем крюке и вокруг. Лис слишком опасен, чтобы даже выходить из своей бухты. Вот почему ты последний ночной охранник. Бедняга. Он не знал, что так будет. Ладно, увидимся завтра на новом месте. Новое место? Что за новое место? Привет, парни. Ты когда-нибудь задумывался, что было бы, если бы Фокси играл на гитаре? Что? Гитара? Нет, зачем мне это? Разве такой, как я, никогда не сможет стать таким, как вы? В том смысле, что вы команда. Фокси, перестань молоть чепуху. Ты просто снова игнорируешь меня. Послушай меня, Фокси. Двери охранников всего в нескольких метрах от тебя. Чепуха? Это не чепуха! Конечно же, это чепуха. Ты просто говоришь ерунду, которую никто не хочет слышать. Теперь, пожалуйста, можешь ли ты хоть раз следовать моим инструкциям и делать то, о чем тебя просят? А теперь послушай меня, кучка мусора. Нет! Что? Что, черт возьми, ты делаешь? Ты сошел с ума? Вот почему я никогда не хотел, чтобы ты был в моих планах. Ты просто беззаботный кусок рухляди. Заткнись! Я полагаю, что ты так убил этого механика. Но ты же знаешь, что это никогда не сработает на мне. Зачем ты? Я думал, что боссы уважают и заботятся о своих подопечных. Но ты видишь меня только как отбросы. Фокси, остановись! А? Что это было? Этот звук доносится из столовой. Фокси, остановись! Что на тебя нашло?
Ты понимаешь, что ты сделал с Фредди? Ты просто оторвал ему ухо! Это из-за того инцидента с механиком? Чика, это далеко от того, почему он делает это. Может быть, с ним просто не все в порядке? Фредди! Со мной все в порядке. Это всего лишь несколько ушибов. В порядке? Ты совсем не в порядке. Уха нет. Я не думаю, что ты в ближайшее время сможешь выступать на сцене. Ты нужен им, исправным. Как вы с Фокси докатились до такого, чтобы драться друг с другом? Я не совсем уверен, из-за чего. Я думал, что он говорит всякую ерунду. Но, наверное, он действительно говорил что-то важное, что я проигнорировал. Думаю, поэтому он с самого начала и начал действовать странно. Это моя вина. Я схожу за ним. Чика, не ходи. Позволь Фокси побыть одному. Ты просто сделаешь все еще хуже, если пойдешь. О чем я только думал? Просто так напасть на капитана? Я ведь не хотел это делать. Я просто хотел поговорить. Может быть, таким пиратам, как я, действительно не место в группе. Я думаю, что одиночество тоже не так уж плохо. Фредди, прости. Эй, детишки! Добро пожаловать в семейную закусочную Фреддера! Лучший аттракционный ресторан в городе! Где я? Разве я не был в своей бухте минуту назад? Помните, что камеры со вспышкой запрещены, пока действуют аттракционы. Пора петь песню, которую вы все помните. Что это они называют семейной закусочной Фреддера, а? Звучит знакомо. Фокси! Голос зовет Фокси. Кто бы это мог быть? Эй! Здесь есть кто-нибудь? Голден Фредди? Это ты здесь? Но это невозможно! Я до этого ни разу не видел, чтобы Голди носил фиолетовую шляпу. Ты меня слышишь? Голди? Голди, нет! Я спал? На этот раз бой не начнем сейчас. Прощения просим, если сильно напугали вас. Мне так страшны бога, дневного свет не погас. Ты будешь счастлив, если выживешь полночный час. Пойми на это.